Да чё её? 4 минус, 4-й контейнер. А, не, это китайская, 8-я китайская. Так может контейнер поменять, я не знаю, что-то нам не везет вообще. Главный специалист пришел. Погнали, вон там он стоит, продается вроде. 2-12. Мишка, это ты что ли? Мишка. 2-12, капец. Мишка, ара, ты что ли? Да. Повезет, не повезет. Повезет, не повезет. Повезет, не повезет. Уже, блин, 6-й раз открываю, и что-то вот не везет. Тачки с Алиэкспресс приходят. Пишешь, и, ребят, для тех, кто не понимает, тачки с Алиэкспресс — это те автомобили, которые пока еще не заменили. Опа! Бананчик этот, что ли? Горбатый, горбатый. ГЛЕ. Вы можете 4 или 5 лямов на продажу? Это 5-й контейнер, блядь. Считай, половину открыл. 4 с половой. 4 с половой я продал. Вы можете дешевый контейнер со спалом? Паша, ты? Да. Да ё-моё. Че за мыльница? Ну куда? Кусок мыла какой-то. За 1,5 ляма продали. А нахрен тебе деньги, если у тебя уровня нет? Ты толком не поиграл, не понял. Что они там качают уже кого-то? Чтобы кататься, как кайфовать чисто от жизни, чилить. Так иди, что ты? Покататься, как вы, в ресторанах дорогих посидеть. Заведенчик. Пацаны, кто знает такого человека, который на улице подходит и говорит такой: мужики, а у вас не будет это, ну, 1040-50? Вот это точно BMW i8. Ну, это окуп, но чуть-чуть. Ну да, 4-2 вроде. Китайский. Браток, 2 контейнера. Опа, кого там закрыли? Вылезает, и тебе, короче, нужно выбрать из этих двух контейнеров для себя тачку. Или сейчас, которую ты ее заберешь, или следующую. Рискнешь. Тачку выберите, пожалуйста. Так, подожди, два раза всего осталось у меня? Две попытки? Да. Почему? Да. Давай, открывай. Я решил... Что это? Ух ты. Что это на крыше появилось? Так, ну-ка, дай крыше. Я не понял. А как так вообще? Что случилось? Опа, рандом. Или кто-то там зачетерил? Семён. Папа, открывай! Да что? Я не понимаю, где моя Бугатти? У тебя последний остался. Опять печально. Хрень какая. Всё, next машина. Братуха, ребят, я, короче, открою с игре, что Бугатти тут не выпадает. А? Последний открывай контейнер и все. Дайте пройти. Все, конечно. Посмотрим, сколько у тебя будет денег после этого контейнера, после 10. Парни, не могу. Можешь дешёвый заспавнить? Нет, ни у кого в кармане там FM5 в 90 не завалялось случайно? А ты, блин, что ж ты за человек-то? Ты просто спрашиваешь, может, в кармане там лишь ключики-то и заедут. А дымочка-то. Ой, нет, опять же. Да это жаба, какая-то. Дай эту машину, посмотри, сколько у тебя денег осталось. Женя, сначала, да? Да, потому что я здесь. Опа, дай с тобой познакомиться, хорошо? 20 лямов, 15 лямов минус. Я кинул тебя. Все хорошо. Че, дядь, сколько денег у тебя осталось? Я говорю, минус 15 лямов, осталось 20. Паша? Да. Че с деньгами? 15 миллионов минус, осталось 20. Ага, ну давай продолжай, может повезет. Что, блин, мерчика не будет? Может быть повезет в плане того, что ты можешь тачку сейчас за 18 лямов открыть, а купить за одну тачку. Слушайте, а... Женя, а ты сколько не попадаешь же, да? Что? А вы сколько не попадаешь же в этих карандах, да? Да, два раза на первом сервисе, здесь ни разу. Итоги конкурса в воскресенье. В прямом эфире. На канале Радмир Геймс, кстати. Первый сейчас, кто узнает об этом. Это вы первый, да. И даже я, пацаны, вместе. Да, информация только что поступила. Спасибо, Паш, за инфу. Вроде, ну там будет информация, потому что мы сами только, ну, там вроде как есть информация. О, четкий конец. Че, забираем, Жень? Да, забираем. Давайте потестим его. Нет, просто есть нормальная тачка. Это Кадиллак говно. Где есть такое? Нет, Жень, забираем машину или че? Блин, чисто на твою... Не забирай. За сколько здесь? Говорят, нет, за сколько продать? Парки, типа, выигрыш. Давайте попробуем продать. 3 920. Почти за 4 миллиона продал. Нормально.
чё там у нас? Чё, не вижу, не вижу. Да ладно. Опять? Да ладно. Забирай тогда. Того же цвета. Да давай, уже хотя бы плюс 2 ляма. О, как это он так быстро продал? Я же вроде один раз нажал. Нет, это был байт на донат. Паш, Паш. А, я понял, это богоюз, это наверстачку там подкрутил, подкручу, там прогнал. Спасибо. Сейчас, по чуть-чуть. Короче, если не ошибаюсь, на сервере одна или две всего лишь Волги людям выпал в контейнер. Две Волги, да. А на рефлексе, на рефлексе уже. Я одну видел, одну. Сколько за нее хотят? Продали за 10. Я не видел, там чисто каталось. За 10? Да. А сколько выпуск стоит? Да я не знаю, 1050. 1200. Говорят, едет 250 должен. Даже за 300 едет. А что это вы получите? Я на одной даже покататься успел. Правда, ее рядом через секунду уже убрали. Как-то... Чего а Мерседес успел покататься? Ребята говорят про Волгу, говорят, Паша, то, что очень резко машина здесь. За 20 блин. А пацаны, какая максимальная может быть машина из кейса за 90 тысяч? Мне парабан падает с какой-то херней. Прикиньте, вот паренек спрашивает такой вопрос, он рассчитывает, что максимально тачку, короче, выбить. Я просто очень самоуверен. Какая может быть? Это обновая вышла тачка? Нет, это предыдущая обнова. Не знаю, Вот первая тачка, блин, и осталась в кармане. Ауди, да. 15 лимонов осталось. Но я не любитель Ауди, мне не нравится. Ну давай, рискуй, братан, рискуй. За 5 лимонов продал. Ну, сколько ты в плюсе? Сема, кто это такой? Полтора лярма. Вау! Сема, это конкуренция. Сема, конкуренция. Сема, конкуренция. Так это, Сема. Ты кому-то повезло, кто-то ешку выйдет. Сема, дай открой один контейнер, пожалуйста. Ешка, Есечка. Сема, 550 тысяч ешка. Живой, пошли тут отсюда. Сёма, что это такое? 300 тысяч. Какой-то тип тут как Сёму зовут. Миша. Миша, привет. Миш, привет. Поехали. Сёма. Вот так вот. А мне всё не везёт. И капитально не везёт. Нет. Нет, нет. Модель китайская. Киловатт-серия на один час. Блин, честно говоря, нормальный ГТРчик. Ух ты, это ох. Хорошо. Ну, у Паши он нужен был. ГТР выпал, ребят, продал. Чё ж тебе? В минус. Ну, ладно, мы сейчас решим этот вопрос, если, короче, деньги у тебя кончаются, придумаем. Кто деньги? Дайте мне деньги. Он нормальный, нормальный. Паша, продавай. Нет. Ему, кстати, полный привод убрали Кадиллаку, заметили? Там? У него есть полный привод, да, потому что он не такой хороший. Продал за 1 150 000. Сейчас помните дешевый контейнер. Два ляма. Вот два ляма. Погнали вы на тебе первый контейнер, вон там. Заткнись уже, а. Кто там пернул? На моего младшего брата. Вор, величка. Серьезный человек. В смысле? Наверное. А кто его брал? ХП ему дольше. Кто там букнул ХП 0? Я, блядь. Кто? 956. Хуй. А ну где этот, сотните ему, пожалуйста. Да ничего, ничего. За своих надо отвечать. Да не, выяснили, если все, что ему сэдрит. А, ну тогда, да, самое. Как просрать бабла за 30 секунд, смотрите. Обезьяна есть обезьяна, что-то. Ух ты, это было мощно в 12 лет. Чё это такое, блин? Нормальная тачка, Павлик, ты всё окуп, прото, окуп. Нифига себе классная. Просто. 12. Обезьяна, чё там, где ты минус бабки? Блять, ну сколько? Слова забираю, брат, где обезьяна? Так, попробуем. 28 лямов. Вон он, где? Ребята, вы чё делаете? Всё, просто. Короче, если я ее сейчас продам, она продастся за 20 лямов.
Тихо, тихо. На ебе 220. Я почти окуплюсь. Че, продавать или нет? Продавай. Конечно, продавай, ты че, это дерьмо еще там. Блин, ну реально на улице города такую не встретить. Хотя ты можешь взять и потом гослить просто. Бери и поехали. Давай хотя бы прокачусь, блин. Женя. Это же эксклюзив, капец. Бери мне, пацаны. Забрали мы ее, ребят, короче, все, забрали. Забрали, и она стоит на парковке, бежим. Капец, я такого вообще ни разу не видел, что мы выбили. Вон она, вот это Бэтмобиль. Так, в маске немножко затемняет углы. Вот это Бэтмобиль, ё-моё. Реально Бэтмобиль. Так, сразу пристегнемся. Это электро еще. Она электро, вообще ее не слышно. Рио вообще не слышно. Ну прикольно, реально прикольно. На улице будут все оборачиваться. Блин, ну разгоняется еле-еле. Хотя не, хорошо едет. Ну, хотелось бы лучше. Хотелось бы лучше. И по полям на такой не покатаешься. Только ради того, чтобы, блин, привлечь внимание. Все, не более. Давайте еще раз подъедем, посвящаемся с ребятами. Насколько вообще часто эта тачка попадается на улицах города? Ну, вообще, много кто не про нее знает. Где? Паша. Да вообще фигню, на самом деле. Так, а где все другие? Паша, прокати! Слушай, ну, Миш, скажи, вот эта тачка, она часто на улицах города ее можно встретить? Ее вообще нет. Вообще ее нету. Я не буду, я вас вижу. Садись. Вот да, это круто. Ее нету горсказка, она чуть-чуть не видите. Она вообще... Электро, да. Ну, на управляемой, да, вроде бы? Или нет? Ну, разгоняется хорошо, тормозов почти нет. Да нет. Че, думаешь, оставить все-таки? Ну, ставь протюнь потом, наверное, и слив голос, ну, не знаю, пока. Прикинь, как... если ее заменят, какая дорогая она будет. Никогда не заменю. Ой-ой-ой. Блин, классно. С РС-кой, может быть, заехать. С РС-кой? Да ты что, погнали ее протюнем? Поехали. Женя 100% тут. Ну что, друзья, вот такая колбаса мне выпала, пока еще не замерял ее максимальную скорость, тормоза, ну, не очень, откровенно говоря, но это она пока что в стоке. Сейчас мы поедем ее тюнить, но вы, наверное, уже узнаете ее в следующей серии. Так что оставайтесь с нами, не забывайте, что через каждые 5000 лайков я выкладываю следующую серию. Если вы даже сейчас быстро соберете лайки, то, возможно, я сразу же выпускаю серию, и вы увидите. Спасибо, что были со мной, друзья, увидимся. I'm a big flamboyant.